Всем привет! Сейчас подождем, пока люди подключатся, и начнем наш с вами разговор. Скажите мне, пожалуйста, слышно меня, видно? Просто первые буквально 5 человек поставьте палец вот так вверх, чтобы я понимала, что все в порядке со связью, что вы меня слышите, я могу начать читать ваши сообщения и отвечать на вопросы. Все, спасибо, больше не надо, я поняла, слышно меня, видно хорошо. В общем, я... во-первых, поздороваюсь со всеми, всем здравствуйте. Это правда то, что я прямые эфиры не делала с момента конкурсов. Тогда еще была платформа Перископ, на которой пару раз я выходила на связь. И, в общем-то, на этом все. В Инстаграм прямого эфира не было ни разу, поэтому у меня сегодня первый эфир. Я немножко переживала. Но надеюсь, что все пройдет классно. Я начинаю читать то, что вы мне пишете. Смотрю на ваши вопросы по поводу... В общем, смотрите, окей, сделаем так. Эфир. Интересным он будет или нет, зависит все только от вас. Почему? Потому что какие вопросы вы мне зададите, на те вопросы я и отвечу. Поэтому давайте сделаем так, чтобы прямой эфир прошел максимально полезно для всех нас, чтобы вы свое время зря не тратили, как бы я свое. По поводу параметров скажу сразу, потому что эти вопросы мне задают всегда, независимо от того, сколько бы я вопросов-ответов не делала, всегда они есть. Рост у меня 1,74 м, 1,73 м. Вес 52, по параметрам чаще всего спрашивают насчет моей талии. Талия у меня 58 сантиметров, но кажется меньше, потому что бедра 93, соответственно, из-за разницы кажется, что я прям совсем маленькая-маленькая. Какой клип с вашим участием вам понравился больше всего? Больше всего, так же, как и вам, потому что я проводила опрос. Это был клип с Филиппом Бедросовичем «Любовь или обман», и я разговаривала со своей подружкой, задавала ей вопрос, что вообще сейчас мне нужно сделать, с кем поработать, чтобы я этот клип перепрыгнула, потому что, мне кажется, это просто невозможно сделать. Там настолько он красивый, эстетически классно снят, что вообще нужно будет очень постараться, чтобы сделать продукт лучше. Как преодолеваю свои страхи? Я просто иду им навстречу с трясущимися коленками, но уже как есть, потому что на самом деле страшно сделать только этот первый шаг. Мне часто спрашивают девочки по поводу переезда либо за рубеж, либо в другой город просто переезжают учиться, да, что вот очень страшно от родителей уезжать и как быть. И я им объясняю, что только в такие моменты мы развиваемся. Это нормально, что страшно, все мы боимся. Я тоже боялась, что я не человек, человек. Но просто если бы я этот шаг не сделала, я бы сейчас не находилась там, где я есть, ничего бы в жизни у меня не было, ни клипов этих, ни телевидения, ни моих модельных работ. Поэтому нужно просто, скрипя зубами, сделать этот первый шаг. Влада, расскажите, у вас волосы у самой прямые или делаете кератин? У меня от природы такие волосы. В каких клипах я снималась? У меня их на счету 5, если не ошибаюсь. Начала я работать с Николаем Басковым на тот момент. Да, с Басковым. Это был клип «Обниму тебя нежно».
очень классно, я в нем снималась еще с тремя другими девчонками, там у меня не главная роль, ну как бы для начала было очень даже круто, вы представляете, что такое поработать с человеком такой величины. Потом у меня был клип на песню «Делаю больно» Арткея, тогда он был Артемом Качером, сейчас он уже переименовал себя и начал работать вместе с Артик и Асти, да, в общем, в продакшн у них, но вот тогда он был еще мало кому известным, но песня была классная, в общем, мы сняли тоже очень крутой клип. Потом у меня был Киркоров, да? А нет, потом у меня был Лазарев, You are the only one, клип к Евровидению. Затем уже вот Киркоров, Любовь или обман. И последняя моя работа, это, в общем, работа с братьями Меладзе и бэндом, работа «Мама, не горюй». Вот. Влада, у вас есть подобные интервью, как в «Караван»? Как в «Караван истории». Интервью у меня есть, я публикую их редко, я знаю. Вообще, в принципе, всю коммерцию, над которой я работаю, достаточно нечасто она у меня появляется, я ее прячу только потому, что я вообще, в принципе, очень редко что-либо публикую в свою ленту. И из-за этого у меня просто чисто логически не получается сделать уравновешенным мою страницу, потому что, ну, мало кому будет интересно, если подряд будут только обложки, например, да, либо там только интервью. Поэтому это надо как-то разбавлять. Разбавлять можно лайфстайлом. Ну, и не всегда рядом со мной есть люди, которые могут мне эти фотографии сделать, и не только есть определенные обстоятельства, другие, например, учеба, которая просто мешает этому. Вот, поэтому... Как бы есть, да, есть интервью, я, в принципе, могу посмотреть, если прям очень интересно, то что-нибудь я опубликую хотя бы в сторис. Так, сейчас, подождите, я промотаю. Расскажите о опыте телеведущей, понравилось ли? Ну, значит, на влюбленные такие темы говорить, на телевидении, на канале World Fashion Channel я работала около года. У меня была программа Top Fashion Video, где я рассказывала о актуальных, значит, спотах, ну, рекламных роликах тех или иных брендов и, в общем, так говорила о моде. Значит, каждая серия, каждый выпуск длилась минут 13 от силы, поэтому мне не составляло труда приезжать раз в месяц в одну из башен Москву-Сити, снимать эфир, и, собственно, через месяц я это повторяла. То есть было не сложно, плюс до этого у меня уже был большой опыт за плечами в плане вообще моего нахождения перед объективом камер. Это были и фотосъемки, это были и клипы, опять же. Вот поэтому и сериал «Молодежка», кто знает, поэтому чувствовала я себя прекрасно, и мне эта работа нравилась, но в какой-то момент я ее просто переросла, потому что, ну, согласитесь, когда каждый раз на протяжении года ты приезжаешь и делаешь одно и то же, ты себя уже вообще максимально чувствуешь в своей тарелке, у тебя уже не трясутся ноги, ты просто встаешь и начинаешь по суфлеру читать свой текст, но тут уже такое. Я просто поняла, что... Здесь уже я пришла к пределу своего развития на этом канале, и я ушла. Но ушла не только поэтому, а потому что началась моя очная учеба за рубежом, и, в общем, я просто-напросто уехала. Поэтому на этом, на сегодняшний день закончилась моя деятельность в роли телеведущей. Так... Как поддерживаете фигуру? Я об этом рассказывала, я буквально недавно снимала очень крутой обзор на марафоны от Кати Усмановой, я сказала, что я уже несколько месяцев тренируюсь только по ее системе, и как бы меня все устраивает, поэтому, ну вот, благодаря, значит, ее программе, плюс, ну, более-менее я питаюсь здорово, и массажи, и все, здесь секрет один. Так, дальше.
Спасибо вам за комплименты. Я читаю, вижу, просто каждому отвечать я не смогу. Привет, скучаешь по учебе в Питере? Может, кого-то помнишь и поддерживаешь ли связь? В общем, те, кто не знает, после того, как я закончила школу, заканчивала ее в городе Чита, там я родилась, значит, я переехала в Санкт-Петербург, не в Москву, как многие тут придумывают и говорят, потому что я всякие разные себе новости, скажем так, читала. В общем, я уехала в Петербург, потому что Москва мне не нравилась никогда, я себя максимально некомфортно чувствую в этом городе. В общем, я выбрала на себя Питер, переехала туда, поступила в политех питерский на рекламу и связи с общественностью. И через полгода ушла в академ, заморозила, в общем, учебу и уже начала заниматься другими вещами, потому что, ну, на тот момент я поняла, что это не мое. И уже сейчас, спустя 5, по-моему, лет, я снова пришла к тому, что мне нравится пиар. Как бы парадоксально это ни звучало, я начинала с него, пришла к этому же, но только уже немножко иной в фэшн-сфере, потому что он все равно очень отличается. Если в политехе нас в основном учили, как нужно грамотно собрать, чтобы продать продукт, то здесь уже пиар – это совершенно другое, это работа с издательствами, это работа с брендами, это всевозможные написания пресс-релизов, в общем, утверждение издательства, передача информации журналистам. Ну, в общем, там очень много классных моментов. Вот сейчас, когда я в этом во всем варюсь, я изучаю все эти сферы, поэтому не исключено, что однажды я куда-нибудь устроюсь в качестве пиарщика. В общем, посмотрим, зарекаться я не буду. Часто ли меняете сережку пирсинга и сколько их у вас? У меня их вообще, мне кажется, нет, потому что у меня была запасная, ее дала маме, потому что та потеряла, ну, вот эту закрывашку, я ее дала маме, и, в общем, она у меня одна здесь на месте, цветочек. Так что никогда не меняю, но что-нибудь новое я бы хотела купить. Хотели бы сняться в клипе с Сергеем Лазаревым, но я, собственно, с ним уже работала. И не в восторге я, в общем, от того, каким получился результат. Как относитесь к лазерной эпиляции? Хорошо, круто, из всех видов, которые вообще сейчас существуют, я предпочту лазер. Так, как долго отращивали волосы? Я их не отращивала, я просто не заморачиваюсь. Ну, то есть они растут и растут, потом я уже в какой-то момент вижу, ага, я уже на них сажусь и сери. Так, не знаю, что-то у меня тут слабая связь, хотя не может быть, потому что я на Wi-Fi. В общем, надеюсь, что все восстановилось. Волосы, то есть, я не отращиваю, они просто растут и растут, но с момента, как я подобрала себе классный уход, ну, то есть, мастер начал следить за моими волосами, я подобрала уход, прошло где-то года 4, наверное. Ну, вот, как они у меня отросли со средней длины, скажем, там, по... чуть выше поясни, по пупок, наверное, знаете, по талию, до ягодиц. Дальше. И как я их отрастила, это хороший уход, который подходит именно вам, а не какая-то самодеятельность. И никогда вы не покупайте никогда эти шампуни из супермаркетов, потому что это самое ужасное, что вы только можете для себя сделать. Очень хотелось бы, чтобы вы всегда были такой активной, как сейчас. Вы мотивируете, просто приятно за вами наблюдать. Спасибо, я постараюсь. Сейчас вот, опять же,
так просто случилось, что было очень много реакций. Я решилась на этот эфир, никогда его не проводила, не собиралась. Ну, посмотрим, вдруг понравится, буду периодически выходить на связь, тем более, что я сейчас пытаюсь вытащить мою страницу из тенгового бана. Многие не видят этот прямой эфир, многие не видят мои сторисы и мои посты в ленте, и потом пишут, что Владислава, там у тебя уже 10-й пост в ленте новый, а у нас не отображался, мы не видели. Поэтому, в общем, надо его вытаскивать. Так, мне кажется, вы бы смогли вести какую-нибудь детскую передачу с детьми и родителями. Я думаю, что да, потому что я детей люблю и найду, в принципе, общий язык со всеми. Домашних животных у меня нет и в ближайшее время не будет, потому что это сумасшедшая ответственность, к которой я не готова, потому что я все ныла, хотела собаку очень сильно. Мне, в общем, дали собаку, ну, скажем так, на недельку. И я поняла, что это такое, потому что собака была не маленькая, с ней нужно было гулять, кормить, купать, и у нее еще там были какие-то проблемы, нужно было к ветеринару, чтобы не каждый день ездить. В общем, я тут поняла, что нет, это как ребенок, которого нужно воспитывать, за которым нужно ухаживать. И, в общем, сейчас я на такое не пойду, поэтому животных у меня нет. Привет, Влад, ты меня, наверное, не помнишь, я тебя помню, 11-летней девочкой, уже тогда ты знала, чего хочешь и всего добивалась. Поздравляю тебя, ведь ты много чего добилась, красавица, какая стала. Я знаю, кто мне пишет, я от этого человека уже получала в директе сообщение, в общем... Когда я была маленькой, когда мне было лет 11, как она сказала, да, мы сходили с ума по «Фабрике звезд», по 6-й, по 7-й. Тогда же была сформирована на «Фабрике» группа «Челси», и потом позже на 7-й «Бис». В общем, что мы делали? Мы покупали журналы. Помните, были такие «ЕС», «Все звезды», там еще что-то. В общем, мы... делали вырезки, покупали тетрадки такие на 98 листов, клеивали, в общем, все то, что мы навырезали, прописывали песни, там из эфира в эфир песни разные были, да, и вот нам кто нравился, мы постоянно, значит, мы постоянно это все фиксировали, и так, ну, так было классно, вообще детство у меня было крутое. А самое интересное, что спустя годы я потом такие... познакомилась лично с Лешей Корзиным из Челси, он работает в Москве на студии Energy, в общем, танцевальная студия есть в Москве, мы с ним познакомились, потом с Соколовским из Биса мы познакомились на премьере как раз одного из клипов «Делаю больно», и Биг Баев одно время был на меня подписан. Ну, в общем, так интересно, как это все закрутилось, и вот я помню, я была той девочкой маленькой, которая эти журналы вырезала, я до сих пор все песни помню, у меня ничего не забылось. До сих пор с удовольствием я пересматриваю там «Фабрику», ну, вернее, концерты, вот эти отчеты их, и с такой ностальгией приятно вспоминаю, как, вот, какими были мои годы, вот, 11, там, ну и пораньше, начальная школа. Как часто делаете массаж и какой? Антицеллюлитный. Делаю сейчас не часто, потому что из-за этого всего дерьма, которое в мире происходит, все везде позакрывалось. Плюс, в принципе, ну, так достаточно опасно ходить по разным заведениям, поэтому я не помню, когда последний раз я делала массаж. Очень на него хочу, но немножко подожду, потому что все равно у нас у девочек воды очень много в организме. Скапливается во время цикла того же, и это все надо выводить, выводится это все лучше благодаря массажам, ну, в общем, самый массаж, но мне не нравится, и, знаете, я вам показывала иголки, на которых я периодически лежу, я не помню даже, что за марка, в общем, цветные такие, вот, иногда я могу на них лечь и, в общем, вот это дренаж, разогнать лимфу немножко. Так, из Читы привет Чите тоже.
Не хотела бы подстричься, тяжело ли ухаживать за длинными волосами. Вы знаете, я всегда отвечаю так: если бы хотела, я бы подстриглась. Мне по силам, мне нормально. Я, конечно, тоже, опять же, из-за того, что сейчас все везде закрыто, у меня нет возможности, если мне там, например, лень поехать в салон на голову помыть, и это можно себе позволить, потому что я делаю это всего раз в неделю. Но как бы сейчас из-за того, что все везде закрыто, я вынуждена это делать сама, и мне не доставляет это большого удовольствия, но я делаю, как бы. Когда надоест, когда пойму, что все, то, наверное, подстригусь, ну, не коротко, потому что мне мои волосы очень-очень нравятся. Краситесь ли вы... Так, стой, перемотала. Краситесь ли вы в обычной жизни? Нет. Я думаю, что об этом уже знают все, кто на меня подписан. Декоративкой я не пользуюсь, потому что... А зачем серии? У меня нет цели всем понравиться, у меня нет цели с кем-то познакомиться, потому что с личной жизнью у меня, слава богу, все в порядке. Поэтому не крашусь, по минимуму, только если что-то где-то высыпет, я могу корректором аккуратненько так подмазать, чтобы видно не было, но так нет. Мне хватило в свое время на съемках. И все, мне кажется, знают, что я, моя страница, я сама по себе, это все за натуральность. Я всегда была за естественность во всех ее проявлениях, я всегда за это топлю, у меня никогда не было ни нарощенных ресниц, ни здоровых ногтей, никаких уколов, вообще ничего. Поэтому и вам не советую. Так, дальше читаем. Когда будет вам встреча в Чите, начнем с того, что до Читы еще нужно доехать. Я не была же там уже вечности, мне кажется. Я последний раз приезжала, мне кажется, в 2015 году. То есть давайте сначала начнем с момента моего приезда туда. Это раз, а два, ко мне постоянно приезжает семья, мои девчонки, мама, Александра. Мы летом, ну вот это, кроме этого лета, постоянно куда-то выезжаем, время вместе проводим, всегда на связи, поэтому и удобно и им так, и мне так, и у меня есть возможность немножко мир показать девочкам, куда-то там съездить, и как бы и им в кайф. Так, учите какой-либо язык, кроме английского? Да, я учу итальянский. И вообще, я прям сумасшедший фанат этого языка, я про итальянский могу рассказывать очень долго, ну, потому что это просто тот язык, который действительно мне подходит, я его нашла, и теперь мне прям в кайф заниматься ежедневно, меня не нужно заставлять, потому что вот английский я ненавижу, терпеть вообще не могу этот язык, у меня всегда были проблемы с грамматикой, но говорю я хорошо. Ну, то есть fluent, у меня нет никаких проблем, и как бы жить за рубежом можно спокойно, даже работать, я думаю, можно спокойно, просто где-то косячу с грамматикой, я забила просто-напросто, потому что, ну, это не тот язык, на который я хочу тратить там сумасшедшее количество времени, это раз, а два, ну, вы же знаете, что когда мы приходим к репетитору или в школу куда-то учиться, вот нам дают этот тест, да, там, на проверку вашего уровня, а потом ваших дырок. И, значит, по итогу у вас такой-то уровень, у вас вот здесь пробелы, давайте их латать. Ну, давайте, проходит там месяц, все, предположим, ты прошла все эти темы, до свидания. Ну, и можно подумать, ты будешь что-то делать для языка после того, как ты из этой школы выйдешь. Нет. Ну, поэтому я поняла, что не готова я тратить больше времени на английский, я занимаюсь итальянским, у меня он круто идет, и... никто меня не заставляет это делать. Так. По поводу того, держу ли я связь с девчонками, с Мисс Вселенной, Ариадной в том числе, нет, потому что, ну, мы туда и ехали на этот конкурс не для того, чтобы знакомство заводить, не для того, чтобы там дружить и так далее. У нас был конкурс, было соревнование, которое мы как бы, ну, успешно пережили, и
попрощались друг с другом. Единственное, что я после этого общалась еще довольно долгое время, да и сейчас, если бы у меня была возможность, с удовольствием бы поболтала с Аминой Даги, она мисс Австрия, вот, с ней мы общались долгое время, несколько лет она в Москву прилетала, и я в Вену. Но она сейчас стала мамочкой, родила прекрасную девочку, вышла замуж, все у нее хорошо. Вот с ней мы общались и продолжали общение после конкурса. Так. Хочет ли сестра пойти по моим стопам? Я не знаю, мы пока с ней эти темы не обсуждали, не заводили. Моделью, мне кажется, она быть не хочет, потому что, ну, как бы она, в принципе, у меня фотографироваться не очень любит. Она у меня такая девчонка с предпринимательской жилкой, и я этим очень горжусь, потому что, несмотря на то, что ей всего там 13 лет, она уже зарабатывает свои первые деньги. Ну, как бы я тоже зарабатываю в ее возрасте свои первые деньги, только разница, знаете, в чем? Что, ну, как бы это ни звучало, я в 11 лет мыла полы в актовом зале, а она в 13 лет делает слаймы и продает их. Ну, как бы разницу ощущаете, как бы, ну и, ну, какая разница, главное, что деньги в кармане были и у нее, и у меня, поэтому я думаю, что она пойдет куда-то в этом направлении, плюс она у меня интересуется фотографией, то есть по ту сторону экрана, она у Казариной проходила какой-то там курс, вот. Может, в общем, я не знаю, я ее в любом случае поддержу во всем, ну и постараюсь сделать так, чтобы она все-таки языки в первую очередь выучила на таком мощном уровне, потому что она в школе учит помимо английского еще и китайский. У нас это обязаловка, по крайней мере, в некоторых школах Читы, потому что Китай неподалеку. И вот я надеюсь, что она в тандеме английский-китайский, плюс мы ее к испанскому, я думаю, подтянем. В общем, красавица, умница будет вообще. Уф, бедные мужчины. Так, что играет на заднем фоне? Я просто включила лаунж. Двухчасовой, и все. Так. Дальше читаем. Мне вот Александра пишет, такие тетрадки, про которые ты говорила, до сих пор остались дома, лежат. Понимаете, да, это вот эти с вырезками, там, фабрик звезд и так далее. А вот не выбрасывайте их. Пусть память останется. У меня дома, кстати, есть платье мое бальное, первое такое салатовое, дреное. В общем, здорово, когда родители хранят такие вещи. Вы писали, что против показухи в соцсетях, дети, свадьбы и прочее. У вас изменилось отношение к этому? Я думаю, что ответ очевиден, потому что вы все видите сами. Нет, не изменилось. Я как придерживалась этого мнения, так и придерживаюсь, потому что элементарно, как бы я свою личную жизнь не показываю, не рассказываю. Я просто по факту говорю, что да. Я в отношениях, и это все, что я вам могу сказать. И так будет и дальше. Так, тоже недавно пересматривала «Фабрику». Дикая ностальгия по счастливому детству, да. Ну вот мне нравился вот именно 6-й и 7-й проект. Самые классные, такие там ребята талантливые были. Кстати, я вот из этих талантливых ребят, помимо, да, вот этих всех там Челси и Биса, я очень неплохо общаюсь с Юлией Паршутой. Она была на седьмой части «Фабрики». Едем дальше. Вопрос, окей, отвечу. Вы в Москве? Нет, все, не в Москве. Как дела? Дела, спасибо, хорошо. 24 года мне. Живу ли я отдельно от родителей? Да, я уехала, когда мне было... Только-только исполнилось 18, и с тех пор как бы, ну, все. Не появлялась я больше в родительском доме. Ну, именно в плане того, чтобы жить, возвращаться, еще что-то. Нет, в 18 я уехала.
следишь за питанием, ходишь в зал, слежу, хожу, ну вот сейчас на домашних тренировках, потому что, ну, вот в мире вот это все происходит, и я приспособилась благодаря, опять же, марафонам Катиным заниматься в зале нормально, ой, в зале, дома, нормально мне. Вот, а по питанию, как бы, да, я стараюсь себя ограничивать в сладком, в жирном, ну и вот всякой вот этой гадости, типа там чипсов, а я их так люблю вообще, это, я могу отказаться от какой-нибудь булки вкусной, ну а чипсов сложно, и вот я карантин, кстати, вот расскажу, могу такое сказать, я карантин проводила с Казариной, кто не знает Казарину, просто забейте, в общем, с подружкой. Мы жрали как подорванные свиньи просто чипсы чуть ли не каждый вечер, потому что вот, ну, в тот момент как раз все вообще везде было закрыто, мы смотрели каждый божий вечер фильмы и ели, соответственно, одновременно. И тогда вот у меня открылась эта рубрика, типа того, какие фильмы я смотрю и мое мнение выкладываю, я ее буду продолжать, просто уже не в таком количестве я смотрю фильмы, я уехала от нее, вот, и... Я смотрю сейчас сериал, все об этом уже, мне кажется, знают, «La Casa di Carta», на итальянском я его смотрю, на Netflix, ну, как бы и в кайф, и для практики языковой. Ой, вот. Так, что планируете развивать в ближайшем будущем? Моделинг в других странах, углубление в учебу и так далее. В общем, по поводу учебы, да. Я сейчас готовлю документы на мастерат. Дальше я буду однозначно работать с языком, с итальянским. Я и сейчас как бы вот занимаюсь 3 раза в неделю со своим педагогом и буду дальше в том же духе идти. Потом по поводу моделинга я уже год как не работаю, но очень скучаю, потому что вот это, ну, это правда мое, потому что если как бы я по поводу телевидения говорю «нет, точка», то здесь, блин, это кайф, я очень люблю эту сферу, мне очень нравится, даже вот телевидение мне так не нравится, как бы мне ближе всего моделинг, вот именно фото, да, и, наверное, съемки в клипах, потому что это такое чуть-чуть за, но и не фильмы, но и не телевидение, но в плане телеведущей, ну, что-то такое, тоже вылазка классная из зоны комфорта, потому что, ну, полезно иногда это делать. Какой любимый вид спорта? Ну, смотрите, если говорим о том, что я с удовольствием смотрю во время там олимпиады и не только, я вообще безумная фанатка фигурных этих всех категорий. Мне нравится одиночное фигурное катание девчонок. Вот, я прям внимательно наблюдаю за тем, какие сейчас кандидатки у нас в России растут, какие успехи делают, какие там все тулупы крутят, тренера какие появляются, ну, в общем, фигурное катание. Так. Нужен совет, очень хочу начать развиваться и зарабатывать. Как только начинаю искать работу, нет ничего подходящего. Город маленький, переезжать в большой как-то страшно. Как бороться, собраться с силами? Ну, смотрите, собраться с силами, что в город переехать или работу найти, как бы несмотря на то, что город маленький и так далее. Я думаю, что здесь именно как собраться силами, да, переехать. Ну, во-первых, работы любой бояться не нужно. Однозначно хоть какое-то местечко для вас где-то найдется, как бы только главное, чтобы желание было. А по поводу переезда, ну, вы просто должны для себя понять, что окей, пройдет 5 лет, вы останетесь на том же месте, у вас будут те же проблемы, что там с работой, предположим. И ничего не изменится. А если вы попробуете, если вы, вас же не заставляют переехать навсегда, вы можете просто попробовать сделать этот шаг, поедете, посмотрите, нравится ли вам вот город, да, атмосфера его, пойдете и устроитесь куда-то, предположим, там окей, хостес в отель, найдете подходящую команду, коллектив, с которым вам понравится, и потихонечку начнете развиваться, просто там реальнее всего, например, подниматься в плане карьерной лестницы. Ну, это просто я как пример.
И опять же, отдавать себе отчет в том, что страшно всем, всем, без исключения. Мне даже страшно было зайти в этот прямой эфир, вот сколько там, 30 минут назад. Ну ничего, я нажала на кнопку и поехали, чего теперь сделать. Можете пообещать кому-то, но только в том случае, если вы прям очень строго к этому относитесь, для вас это много значит, можете там пообещать, что вот я такого-то, такого-то уезжаю, и все. Можете придумать себе за это, такое а-та-та из серии, что у вас там иначе заберут что-то. Как часто бывает, если я это не сделаю, у меня там на неделю телефон забирают. В общем, много существует всех вот этих вот схем. Просто придите к тому, что вы приведете уже столько доводов, что вам это нужно, то есть положительных пунктов, и без этого уже никак. И все, и не смотрите назад, идите просто вперед, все у вас будет круто. Где вы ставили свою речь? Да, на самом деле я ее нигде не ставила, я просто, наверное, вот со временем, да, со всеми этими делами телевизионными, плюс во время молодежки со мной работали педагоги, говоря, что у тебя диалект, значит, забайкальский, редуцирование гласных и так далее. И я слушала, но не слышала, потому что есть диалект забайкальский, пусть он останется. Я, в конце концов, оттуда. У меня нет какой-то идеи, что я там пойду в качестве оратора куда-то выступать, да даже если и пойду, пусть это будет моей особенностью. В общем, не работала я никогда над своей речью, я просто просто читаю, наверное, достаточно, просто разговариваю очень много с людьми, которые намного меня старше, это тоже, опять же, развивает и помогает, и все. Так, скажите что-нибудь на итальянском. А что сказать? Io posso parlare in italiano senza dubbi, se è necessario. Io ho trovato qualcuno con cui io posso parlare, ma sfortunatamente lui è lontano da me, quindi non è necessario. Вот. Читаете сейчас что-нибудь? Я читаю этого Хила. Сейчас я вам скажу, что я читаю. Все, не надо интернет. Наполеон Хилл, «Путь к успеху», что-то такое, в общем, про успех, «The Key of Success», что-то такое, она, в общем, на английском она. У тебя много подруг, у меня самые лучшие 3 девчонки, которых я прям обожаю, которые меня во всем поддерживают, даже вот сейчас перед эфиром. Я так переживала, что позвонила одной из девочек, она ко мне приехала, чтобы меня просто обнять, понимаете? В общем, вот. И это для меня очень ценно, и я к ним потрясающе просто отношусь. Так. Нравятся ли вам турецкие сериалы? Если да, что вы смотрели, что планируете, тоже мы... Тоже я когда-то выставляла сторис, и я рассказывала, что я только Кара Севда смотрела и Курцит, и Александра. И все. И как бы я пока приостановила это дело, потому что у них такие затяжные и сериалы, и серии. Я помню, одна серия этого Кара Севда 2 часа, то 2,5, что-то такое. Вообще можно было с ума сойти, можно было за все это время посмотреть сотни просто фильмов, потому что сериал длинный. Поэтому пока ничего не смотрю. Вот смотрю на Netflix «La Casa di Carta». Дальше. Да, всем привет, я читаю, а ну-ка я вот этого, ага, прямой эфир я сохраню. Так, привет, вы не планировали операцию по коррекции зрения? Почему вы мне задаете вопрос?
Возможно, потому что, ну, в свое время я об этом говорила, да, но это было уже много-много лет назад, и я операцию сделала, у меня сейчас 100% вижу четко все. Делала я операцию, да, ну, давным-давно, уже года 3, наверное, назад. Так, как здесь блокировать? Я вижу одного товарища. Сейчас я в него пожалуюсь. Да, все. Мне русский какой-то пишет, у меня гадости. То есть вы еще на домашней изоляции, это уже все в залах, салонах и парках. Я не могу сказать, что я прям на изоляции, я просто стараюсь не лезть в места, где очень много людей, где скопление людей. В залы я не хожу, да, я дома занимаюсь, в парках, как бы, ну, в парках гуляю, в салоны не хожу, либо просто ставлю такое время, вот, допустим, маникюр, такое время, чтобы девочка просто уже взяла меня последним клиентом, и я ни с кем не пересекалась, я опять же хожу в маске. Так, кого отбеливание для зубов делаешь, я понятия не имею, потому что я просто прихожу к доктору, я говорю, отбеливаем. И уже там профессионал своего дела делает свою работу, как бы смотря уже на цвет моей эмали, подбирая подходящий материал. Вот, я в это даже не лезу. Дальше, следишь за Бузовой? Нет. Какой необычный подарок тебе делали? Ну, наверное, я так скажу, запоминающийся, который вот сегодня мелькал в моих сторис, это картина, которую я показывала, на стене висящая. Почему она мне запомнилась? В общем, в далеком, в каком году? В 13-м или в 14-м, в общем, когда мне было 17 лет, значит, мы с фотографом читинским, ее зовут Кристина Казарина, сделали одну фотографию, которая тогда бомбанула так, что по 500 PX, кто фотограф тут в теме, в общем, она заняла первое место во всем мире. Эту фотографию рисовали, этой фотографии как inspiration брали, и, значит, делали татухи, мне прислали потом и мужчины, и женщины, татуировки моего лица, блин, у себя вот здесь на бочинах, на бицухе, на икрах тоже. И, в общем, вот эту самую фотографию нарисовал один тайский художник Казарина, каждую зиму до этого проводила в Таиланде. И вот вы представляете, да, значит, автор этого фото шел мимо, ну, местечко мастерской, где, значит, эти картины продаются, и видит картину. А у нее на телефоне в это же время стоит заставка с нашей фотографией. В общем, она так подошла к этому мужчине, нажала на экран, показала. Он посмотрел, ошалел, посмотрел на свою картину, в общем, она ее купила, она мне привезла. Те, кто не понял, о чем я вам сейчас покажу. Как раз туда. Вот. Вот это вот запоминающийся подарок. Еще мне понравилось, что Казарина не забрала ее себе, хотя могла, а привезла и подарила мне. Так. Смогли ли бы вы жить в другой стране на постоянной основе? Смогла бы. Легко. Такой смешной комментарий. Что за красная нитка на руке? Ну, как бы такие ниточки носят от сглазов. Чаще всего у меня еще элемент такой, ну, декоративный. Мне подружка подарила на день рождения толстый мишка вот такой вот. Так.
С какой возрастной категории вам больше всего нравится и комфортно общаться? Ну, как бы однозначно люди, кому за 30, потому что у меня, в принципе, в окружении нет никого до 30, вообще ни одного человека. Ну, за 30 и туда выше. Комфортнее всего, вообще прекрасно. Как рыба в воде себя чувствую со сверстниками? Нет. Посоветую стоматолога, ну, если вы в Чите, идите к моей маме. В Чите вообще круче терапевта, чем моя мама, не найдете. Как бы говорю не потому, что я ее дочка, а потому что ну, там реально врач от Бога. Пожалуйста, покажи свою талию. Смотрите. Так. Выглядишь великолепно, очень мило, спасибо. Так, вы корректируете брови Влада? Да, корректирую, но они у меня растут с такой скоростью, как, блин, волосы до головы не растут. И смысла нет ходить мне там каждую неделю серии к мастеру, чтобы ну, выщипывать их. Делаю, да, раз в месяц, в полтора, может быть. Мне кто-то, кстати, пишет иногда, знаете, какая-нибудь сучка заходит на мою страницу накатать мне коммент о том, что у меня там брови, Брежнев отдыхает. Ну да, ну и что? Мне нормально, вам какая разница? Естественные брови, это уж явно лучше, чем те, кто там маркерами их рисует. Так... Любите плавание? Ну, если вы в виде спорта посмотреть, например, да, по телеку, однозначно нет. А так, в принципе, ну, как бы я плаваю. Плавать я умею, но так, не супер хорошо. Наверное, утонуть не утону, но лишний раз в воду вглубь не полезу. Одна. Привет из студенческого лагеря Сарахлея. И тебе привет, Витя. Вы в ВГИК учились очно или заочно? Не закончили? В ВГИКе училась очно, по-моему, заочки вообще нет, по крайней мере, на актерском. Ушла спустя 3 месяца, да. Как ухаживаешь за лицом, как бороться с прыщами? Девочки. Опять у меня повторное подключение, не знаю почему. В общем, никогда не слушайте и не спрашивайте у других, какой вы там маркой пользуетесь и так далее, потому что все индивидуально, смысла нет, вы себе навредить этим можете. Поэтому нет, идите к врачу, вам врач посоветует, что делать, и это будет лучшей рекомендацией, просто поверьте. Как относитесь к пластическим операциям? Это личное дело каждого. Все, как бы я к этому не прибегала, я себя принимаю такой, какая я есть, точка. А остальные девочки пусть что хотят, то и делают. Мне дела до этого никакого нет. По поводу вероисповедания, верю ли? Да, я верю. А где вы делали такую нить? Я ее не делала. Мне ее подружка купила, и вообще как бы элементарно. Заходите в интернет, пишите TOUS по-английски, T-O-U-S, и найдете сразу красную эту нитку. Так, дальше. В какой клинике ваша мама работает? Клиника Бабушкина, 48, стоматология. Недалеко от танка. Прекрасная фигура, занимаюсь ли йогой? Нет, не занимаюсь и как бы пока что не хочу. Пробовала, не понравилось, не хочу. Медитирую, помогает, нравится. Средства от прыщей посоветовала. Еще раз, девочки. Первое, цинковая мазь, второе, синтомицин. Но, пожалуйста, не перебарщивайте, совсем чуть-чуть, аккуратно, дозировано все.
По поводу отдыха, я вот во вчерашних сторисах отвечала, то, что мне нравится Доминикана, мне вообще нравится такой, ну, скажем, островной тип отдыха, без всяких экскурсий, без скопления людей, без архитектуры. Да, иногда это в кайф поехать там в Европу, но отдыхать, нет, не для меня это. И вот поэтому как бы Доминикана, потом классно было на Маврикии. И вот в прошлом летом, это, наверное, последний мой отпуск, мы были на Мальдивах. Прям исключительно. Но туда с любимым человеком ехать надо. Мне, наоборот, ваши брови нравятся, выразительные. Не люблю тоже нарисованные. Ну, как бы вот, на вкус и цвет, и видите, на... Подружка меня так научила. Вот. Поэтому, как бы, мне тоже ок. Спасибо большое, кто спать пошел, спокойной ночи. По поводу вопроса про свою речь отвечала, да, я ее не ставила. Есть ли новогодние традиции? Нет. Потому что я, в принципе, к праздникам ровно отношусь, я не всегда их отмечаю, и как бы, ну, день и день, да, там классно подвести итоги, разве что, да, там написать какие-то новые цели, помечтать о чем-то, ну, и как бы, и все на этом. То есть я не всегда отмечаю даже Новый год. Почему итальянский язык учите? Потому что, ну, просто потому что очень-очень нравится. Я знаю, что это далеко не самый распространенный язык, потому что там испанский вообще, я думала, что, да, как бы по миру на первом месте, но оказывается, вот среди вас, по крайней мере, по опросу французский выиграл. Кому что? Мне и итальянский нравится. Пойдете в магистратуру? Да, я уже сказала, в магистратуру пойду однозначно. Сейчас собираю документы. У тебя своя квартира? Нет. Нет, у меня своего жилья нету. Какие качества ценишь в себе? Я однозначно номер один качество. Я терпеливая, характером сильная. Справедливая и трудолюбивая. Вот, пожалуй, эти. Ну и не только, еще там скромное, самое главное. Мы вот всегда, ну, дома смеемся, я всегда говорю, что да, я красивая и скромная. Угу. Так. По поводу потребления алкоголя я говорила, я, в принципе, не люблю это дело, я вкус не понимаю просто-напросто. Единственное, вот что у меня есть, если так побаловаться, это либо мартини асти, либо белое игристое мускатное вино, и все. Но это больше как компот, то есть там 5% алкоголя и все на этом, то есть а так нет. Не употребляю. На вас приятно смотреть. Выходите чаще в эфир, пожалуйста. Очень восхищаюсь вами. Спасибо большое. Эфир уже, на самом деле, подходит к концу. Мы с вами незаметно провели час вместе. В общем, мы посмотрим по поводу частотности эфиров. Может быть. Потому что, в принципе, мне понравилось. Интересно, но вначале, я думаю, что я, если буду пересматривать эфир, хотя вряд ли, зачем мне это, но как бы вначале было видно, что я так прям волновалась, а под конец ничего, разговорилась, мне даже понравилось. Я помню, у вас была фотосессия с Костенко. Поддерживаете ли связь сейчас? Не поддерживаем. Не буду я комментировать нашу с ней историю. Она закончилась не очень красиво, и все. Вот. А,
Есть в мыслях открыть свой бизнес в будущем, есть мысль развиваться и заниматься в этом направлении. По поводу личного не знаю. Скорее менеджмент, управленцем. Это было бы интереснее для меня. Спасибо вам за вашу естественность, прямоту и честность, пожалуйста. Входите чаще, спасибо. Вам тоже спасибо. В общем, 4 минуты осталось. Я попытаюсь сохранить этот эфир, если у меня получится, потому что я уже даже в интернет зашла, посмотрела, как это делается, там вроде одну кнопку нажать. В общем, посмотрим. На 24 часа он будет в сети, поэтому если там, ну, кто посмотрел, тот посмотрел. Кто не смог зайти по каким-либо причинам, просто пересмотрят потом. Я читаю все ваши комплименты, классно. Сейчас выключу камеру, буду прыгать от радости. Владислава, выходи почаще, мне приятно тебя смотреть. У тебя очаровательные глаза и... Очаровательные глаза и очень красивые. Спасибо. Вот. Ну, в общем, наверное, все на этой ноте мы с вами попрощаемся. Спасибо вам большое за то, что вы уделили час мне. Надеюсь, что мне удалось немножко пойти вглубь, потому что такие поверхностные разговоры я не очень люблю. Вот. Если будет желание... Пишите, может, что-нибудь еще замутим с вами. Все, всем пока, всем хорошего вечера.